О метеопрогнозах расскажет Небесная канцелярия. 23 мая, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 9 градусов тепла, днем плюс 17. Ясно, без осадков. Ветер юго-западный, южный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня немного понизится и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба. Согласно лунному календарю, суббота – день стойкости и достижения поставленных целей. Время удачно для построения кардинальных планов. Потребуется проявить рассудительность, четкость мыслей, а вот легкомыслие противопоказано. Можно открыто проявить эмоции, смеяться или плакать. У меня все. Желаю вам прекрасного субботнего дня!